Простуда – это когда ты заболел, сильно чихаешь, и у тебя лоб весь, ну, мокрый. Либо какой-то человек заболел, и ты от него заразился. Или, ну, ты как бы на улице в воду холодную прыгаешь. И кашляешь, и от кого-то заразится, кто болеет. Простуда – это когда ты пошла на улицу, а там на тебя какой-то вирус напал. А какая температура у человека бывает, когда он болеет? Высокая. Сколько градусов? 20-15. С помощью градусникова. Градусник сосунуть, потом посмотреть, сколько температуры. Ну, 40, 42, 43. Вот так где-то так. Ну, уже под 40 тебе, ну, уже под 40 надо ехать в больницу. Нужно, есть такие специальные таблетки, которые быстро микробы убивают. Классные некропы! Папа всегда болеет. Папа всегда кашляет. Вот когда он заболел, ему давали проферочки. Доктор прописывает. Насморк лечит. Это, ну, такая пшикалка в нос, которая пшикает вот так. Она там вот вычищает вот тут соплики. Есть такая брызгалка. И мы ей брызгаем, она чуть-чуть невкусна, и я знаю, что нужно лечиться. Чтобы выздороветь, нужно такие горькие таблетки пить, которые тебе не нравятся. Я пью всякие лекарства, горькие, сладкие. Таблетки такие, где шалфик. Я кушал, не понравилось. Вот сладкие таблетки – это лучше конфеты. А конфетами можно вылечиться от простуды? Нет. Малиновое варенье чуть-чуть, потому что много нельзя. И мне всегда мама дает либо с клубникой, либо с яблоком. Но мне больше становится хорошо от яблока. Мне папуя Альбина как-то ломы не... Он был в Анапе. Она мне варит чай крапивный. От него я перестала кашлять. Это тоже может быть, потому что она полезная. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся, а забыть про доктора воды холодной, обливайся, если хочешь быть здоров. Нужно делать и выздоравливать.